Доброе утро, дорогие друзья! Доброе утро! Сегодня суббота, 13 августа, и в России отмечается День физкультурника. И, пожалуй, очень знаменателен тот факт, что сегодня наша съемочная группа находится на главном стадионе республики, стадионе «Нарт», который совсем скоро, буквально через неделю, будет официально открыт. Открыт и тем самым очень обрадует всех любителей спорта, всех любителей физкультуры, поклонников футбола, легкой атлетики. В общем, нас всех ожидает большой спортивный праздник. Бюджет на реконструкцию стадиона был выделен в рамках федеральной целевой программы развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы на условиях софинансирования из бюджета республики. Уже в январе 2017 года были выделены средства в размере 651 миллиона 900 тысяч рублей, а в сентябре был заключен госконтракт на начало работ по реконструкции, которые были разбиты на три очереди. Первая предусматривала строительство восточной трибуны, вторая – возведение футбольного поля и беговых дорожек. В третью очередь реконструкции была подвержена западная трибуна. Вообще спортивный стадион «НАТ» представляет собой открытый универсальный комплекс с натуральным покрытием для футбола и легкой атлетики. Занятия и соревнования здесь можно проводить практически круглый год. Футбольное поле размером 105 на 68 метров соответствует всем стандартам, что дает возможность проводить как домашние матчи, так и соревнования межрегионального и всероссийского уровней. Естественному покрытию поля не страшен дождь. Под ним устроена специальная дренажная система, и тренировочный процесс можно начинать, как только с игрового поля сойдет снег и до поздней осени. Для легкоатлетов, которые не раз прославляли наш регион на соревнованиях различных уровней, построено 8 беговых дорожек со специальным покрытием и сектор для прыжков в длину. Есть также баскетбольные и волейбольные площадки и сектор с тренажерами. Хочется заметить, что любители покататься на роликах и скейтбордах здесь не ждут, так как их предметы увлечения просто портят дорогое покрытие, предусмотренное для занятия легкой атлетикой. А еще бег, прыжки в длину и в высоту шестом, волейбол, баскетбол, метание диска, молота и ядра, силовая гимнастика и комплекс ГТО, большой и малый теннис – все это здесь предусмотрено. Для удобства зрителей игра на поле, счет и другие интересные моменты матча будут демонстрироваться на электронном табло. Теперь об удобствах. Западная открытая трибуна вмещает 4248 посадочных мест. 82 из них предусмотрены для маломобильных граждан и 126 для VIP-персон. На восточной трибуне может разместиться 4644 болельщика. В общей сложности за игрой в удобных креслах цвета российского флага и Карачаева-Черкесии могут наблюдать почти 9000 болельщиков. С 2005 года всей этой спортивной махиной управляет директор комплекса Алибек Кокмазов. И сегодня, отложив ненадолго все свои дела, а их у Алибека Джагафаровича достаточно перед грандиозным событием, он спешит к нам навстречу. Очень большое спасибо и федеральным властям, и местным властям, что такой хороший подарок сделали для нашей Карачаева-Черкесии. И мы вот сейчас готовимся. 20 августа приедет московский «Спартак», это приедут ветераны, и наши ветераны будут. Мы вызвали ветеранов своих, ну, к 20 числу они все соберутся. Самое основное, это наша программа, чтобы успеть к столетию Карачаева-Черкесии открыть стадион, и чтобы мы не упали в грязь лицом. А так у нас все хорошо. Как вам видится, только честно, вот с вводом в эксплуатацию, можно сказать, нового стадиона, сдвинется ли с места развитие нашего спорта, возобновятся ли те результаты, которые когда-то вот славили наш регион и в плане футбола, и в легкой атлетике? Вы знаете, я главе республики задавал вопрос еще лет 10 назад, чтобы поднять футбол в Карачаево-Черкесии.
Он хорошие слова сказал. Воспитайте своих, чтобы мы со стороны не покупали игроков. Вот за 10 лет у нас хорошее поколение выросло. Хорошие футболисты. Я думаю, что будет у нас футбол. А про легкоатлетов хочу сказать, у нас очень много призеров в России. Они на хорошем счету. И про борьбу не буду говорить на стадионе «Нарт». Борьба у нас – это коренное. Все у нас хорошо. Сейчас, в данный момент, каждый аул, который вы едете, вы видите ФОПы, детские сады. Ну, все у нас хорошо. Развитие спорта у нас отлично. Будет еще лучше? Будет еще лучше. Я в этом уверен. Да, конечно, будет. Хочется поддержать директора стадиона. Тем более, смена какая подрастает. И этих мальчишек с дополнительных футбольных полей, размеры которых также соответствуют стандартам, просто так не выгонишь. Здесь такой спортивный дух в воздухе витает. Идет активная тренировка, ведь совсем скоро нашим игрокам предстоит встреча с ровесниками из Армавира в рамках чемпионата России среди детей 2009 года рождения. Об этом рассказал тренер ребят, ветеран футбола Артур Чигаров, который сам занимается этим видом спорта с 6 лет, а юных футболистов тренирует с 2004 года. Вас можно смело назвать ветераном футбола? Не можно, я являюсь ветераном «Нарта», приму участие против «Спартака», «Нарт» ветераны и «Спартак». Я параллельно, получается, тренеру ветеранов и играющий тренер. Ну и какие ставки вы делаете на эту игру? Ну, сейчас идет упор на тренировку, собрали всех ветеранов, уже провели несколько тренировок, в котором приняли довольно много ветеранов приехало. Сегодня тоже будет тренировка у нас в 7 часов. Ну, как вы оцениваете вообще состояние вашей команды? Состояние, конечно, все на таком энтузиазме пришли, все радостные. То, что мы обратно все собрались и поиграем не то что в футбол, а против ветеранов «Спартака». Там половина будет чемпионов России, чемпионов СССР становились. То есть Ринат Досаев – это имя очень известное в России, да и в Европе. То есть вот такие величины к вам приедут? Да, да. И плюс еще то, что это будет открытие стадиона. Будет играть и глава республики. Артур, скажите, вот вообще как вы связываете открытие нового, обновленного, реконструированного стадиона с развитием спорта в Карачаево-Черкесии? Вот что-то сдвинется с места, появятся у нас новые результаты, новые победы? Конечно, все появится. Это стадион по всем нормам превосходит, но он прям очень сильный стадион получается, очень красивый, если вот посмотреть на него сейчас отсюда, вот даже реконструкция, плюс поле, то, что было раньше, и что сейчас на поле, это совсем два разных. Как по-вашему обрадуются жители республики вот такому появлению нового спортивного объекта, можно сказать? 100% обрадуются. И дети, и их родители, и все гости нашей республики. Не просто биатлон, а Чучуев Биатлон Ильясович. Представляется, нам немного стесняясь, этот запыхавшийся после тренировки мальчишка. Футболом занимается всего 4 года. Уже есть свои кумиры. В России мне нравится, как играет «Спартак» Москва. И мне нравится вратарь Максименко. Ну, у них. А в мире мне нравится «Барселона» и «Тер Штеген». Я хочу быть похожей на «Тер Штегена». Ух ты, здорово! А ты вообще собираешься задержаться в спорте, в футболе? Вообще твоя жизнь планирует, предусматривает спорт? Да. Я хочу, ну, стать профессиональным футболистом и хорошо играть в футбол. Надо отметить, что спортивный комплекс «Нарт» отреставрирован по всем нормативам и требованиям, предусмотренным для постройки такого сооружения. Здесь будут светлые просторные кабинеты для сотрудников Министерства спорта и административно-управленческого персонала стадиона «Нарт», а также кафе для желающих перекусить. Кстати, аналогичный комплекс на Северном Кавказе есть только в столице Республики Адыгея – Майкопе. Что же цели, назначения и возможности спортивного комплекса
понятны без лишних слов. В том, что в скором времени здесь вновь появятся и профессиональные спортсмены, и любители физической культуры, и болельщики, сомневаться не приходится. Все для этого есть. Растить молодые спортивные кадры и поднимать планку российского спорта – задача общая. Главное – верить в то, что и над нашим любимым нартом совсем в недалеком будущем скоро пронесется. Призрачно все в этом мире бушующем. Есть только миг, за него и держись. Есть только миг между прошлым и будущим. Именно он называется жизнь. Покой сердце вряд ли обрадует. Вечный покой для седых пирамид. А для звезды, что сорвалась и падает, есть только миг, ослепительный миг. Называется жизнь. Есть только миг.